Я не знаю как, я не знаю почему, но на моем бездонатном аккаунте мне вновь выпала просто офигительная карта. И нет, это не гарантированный герой, это не гарантированный кумир, это награды за Weekend League. Хотя кумира мы сегодня с вами также откроем. Я уж не знаю, чем я заслужил такой дроп от EA Sports, но приготовьте себе чего-нибудь вкусненького, поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал. Сейчас вы все сами увидите. Сильный сейчас вариантик у нас будет, 1/3, 83+. Нам все сложнее, он в Эстонии живет. Это я знаю. А, но то, что он не может попасть на LAN-финал. Inform. Рутера, да. Ну, во всяком случае, его точно надо будет собрать. Карта прикольная, 5-5. Не такая дорогая. Когда-то эта карта соточку стоила. Добро пожаловать, Филик Фодин. Фодин сейчас стоит, уже, конечно, не сотку, я думаю, 1050 он стоит. Но полтосик, это тоже бабки. А интересно, 43 тысячи стоит. Если продаваемый, я, конечно, продам, буду дальше за диабист катать. Если же не продаваемый, будем использовать вейлки. Велс. Квиксел, конечно, но... Давайте, Хансен, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я не смотрю. Форвард из Лиги Португалии, грек. Не знаю, кто там сейчас есть, но это... Это фейл. Это... Л. Павлидис. О, спешлка. Ну-ка, кто там? ЦП. Франция. Это же этот Эмери! Если я не ошибаюсь, или нет, или он слишком жирный для него. Сука. Обердорф. 86. А продаваем, не продаваем? На Дембеле. Это на Дембеле. Даже не знаю, радоваться. Ну, наверное, нет. Хотя дриблинг 92, ни хрена себе у него. Но если бы это Эмери был, было бы, конечно, поприкольнее. Я не знаю, продаваем или не продаваем. Сейчас будем смотреть. Может, там еще внутри что-то есть. 25-75. Давай спешлку еще одну. Я посмотрел, есть волкаут. Ну, это хорошо, ладно. Волкаут — это здорово. Это Гундаган. Это Гундаган. Так, Ундав есть. 3.84+. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Есть волкаут, я посмотрел, это вратарь. Надеюсь, хотя бы 88-й. Но, наверное, нет. Тот из Бундеслиги. Да, ну 87, кстати, Сомер. Я думал, 86. Остается надеяться, что там внутри Минди. Поздравляю с выходом в финал, спасибо большое. Вроде как на следующей неделе играем. Начнем, причем, с одного редкого 85+, и потом уже перейдем. Дайте волкаут. Дайте волк аут. Левый защитник. Шат. Бля, это Робертсон, это очень плохо. Рейтинг 85. Да вообще. О! Промо-карта! Total Rush. Дай мне Месси. Нет, это какой-то бомж, блин. Эндлер. А за ней. Бомжара. Но я, конечно же, не могу вам не напомнить про своих корешей из тенниса. Ведь переходя в мой телеграм-канал, в закрепленном комментарии вы найдете всю важную информацию, которая относится к ним. Как получить бонус до 20 тысяч, как в дальнейшем получать бесконечные бонусы. И у них в целом очень много плюшек, которых нет ни у кого. Так что все залетаем в мой телеграм-канал в закрепленный комментарий. Погнали. Так, есть волкаут, естественно, ЦЗ. Рудигер, кстати. Нет, это из Бундеслиги. Блин, нет, только не так. 2.85+, это Тах, вы чё, Бензема? И второй Тах. 2.85+, на тебе 2.86 рейтинга. 3 золотых 85+, погнали. Нет спешл карты, блин. ЦАП. Португалия, сейчас реально Криштиану бы поймали. Но он не ЦАП, естественно. Бруно Фернандеш, есть у нас такая карта. Жоа Канцело еще. Другой у нас Бруно Фернандеш. Ага. Ну, фодер. Чистейший фодер. И два волкаута. 2.86+. Пожалуйста. Нету спешлки. Кто это? Мбаппе. ЦЗ. Португалия. Ой, это Диас. Ну, у него какой? 89-й, надеюсь, или 88-й? И 87-й пожор. Блин, это очень плохо все было сейчас. Это, конечно, рейтинг для сборки СБЧ-шек. Ну что же, награды за Weekend League. К сожалению, не получилось сделать 9-ю победу. И начнем мы с паков, с информов. Там есть, между прочим, Хансен. Вот если Хансен мне выпадет, будет топ. Будет очень круто. Она выпадает с вами до конца, не пока не понимаю, кто. Труссард. ЦЗшник из МЛС. Что может быть вообще хуже? Арауха. 15 золотых, 81+. Непродаваемый. Так. Бля, это рейтинг, что ли? Это рейтинг 88 или 87. Это не самая лучшая карта. 88. Есть волкаут, ЦПшник, Норвегия. Ой, ну это хотя бы рейтинг большой. 89. Продаваемый.
это Найс, это пускай Фодор. А, это Хегерберг. А, нифига, два рейтинга 89 продаваемых. Ну, неплохо. Еще бы внутри что-то было, но слишком хороший пак. 2.89, может быть, и внутри что-то есть. Если уж паки сыпят хорошие, то... Димарко, Иммобили... Нет. Давай. Нет, в спешлке какой-то большой парень идет. Центральный защитник Германии, может быть, Бундеслига. Блин, почему так? Почему не Рюдигер? Вот Рюдигера я бы был бы счастлив его получить. Ну, не то, что счастлив. Но если вам нужны монетки и AFC 25 на любую платформу, то обращайтесь к моему партнеру Александру Рожкову. Также у него вы можете приобрести абсолютно любую игру на любую платформу, как и любую подписку на любую платформу. Ссылочка есть в описании, ну а по промокоду Денчик вы еще получите скидку 10%. Честно, не очень хотел собирать базового кумира, потому что посмотрел ролик Panda FX, всем падают Креспо, Ларсоны и Кины. Но когда мне вчера выпала эта нереальная карточка за награды Food Champions, я понял, что да, я соберу этот пак. Ну что же, базовый кумир 87+. Я готов сейчас закрывать все окна, чтобы не видеть, что мне выпадает. Так, открытие пошло. Я ничего не вижу. Сейчас смотрю на камеру. Все остальные окна закрыты. Я думаю, то, что уже он вышел и можно скипать. И дальше останется только отправить его в клуб, после чего мы начнем его искать. По идее, если я все сделал правильно, должно было пройти. Сейчас я краем глаза буду закрывать, чтобы ничего не увидеть. Да, давайте начнем с довольно-таки хороших наций, от которых бы я не отказался. Если бы у меня выпал видичек, я бы обрадовался. В целом, любой француз, который бы нам выпал, мы очень быстро нашли эту карту. Перес, его у меня не было. Любой француз — это хорошо. Эта карта стоит дороже, чем сама сборка. Ну, учитывая то, что сборка стоит, наверное, около 200 тысяч монет, а Перес стоит 300 тысяч монет, то это В. На фланге, возможно, чуть-чуть не будет хватать скорости, но, опять же, можно дать ему Хантера. Очень быстро мы с вами нашли кумира. Я еще и пошел, получается, по самым топовым нациям, потому что очень не хотел расстроиться, что у меня выпал какой-нибудь Креспо. Худший француз из возможных, но все равно это Вэшка, потому что он стоит больше, чем сама сборка. Будем использовать как-то. Последний шанс. Последний пак. Ну давайте, принесите мне Пеле. Награду. Легенду. Кого-нибудь. Кто это? ЦП. Уругвай. Из Ла Лиги. Вальверде? Подожди, подожди. Вальверде? Он же дохерища стоит. Ну... Если я не ошибаюсь, это бинго, блядь. Не прям, конечно, вау-вау-вау-вау-вау, это там не Пеле. Но, по-моему, это много денег. Смотрим. Футбин. $492 000 монет. 492 непродаваемый игрок Вальверде. Гулит Гэнг, 80+. Я ему, может быть, не так сильно обрадовался, но это охуенно, это круто. Карта за полляма. Ёпта, 500 тысяч монет, да? Слушайте, ну это круто. Я, честно говоря, когда увидел Уругвай, я сначала подумал у Гарте, но думаю, нет, откуда ему там быть? Все-таки 86+. Мы с вами не получили героя. Нам бы там выпал Рикин, мы не сделали 9 побед. Но мы сделали 8 побед, и нам выпал Вальверде. Не зря мы потели, и сколько сделали, столько сделали. Награды топ. Федерико Вальверде. 500 тысяч монет. Я зашел на Фубин, почитал комментарии, говорят то, что это просто нереальная карта и приносит имбаланс в твою команду. Ну и чтобы вы понимали, насколько это редкая карта и насколько редко она выпадает, она сейчас стоит 500 000 монет, и это 6-е место среди всех рарных золотых карт. В общем, мой бездонатный аккаунт становится все лучше и лучше. Пока что как-то так я себе накидал состав. Это все абсолютно антрейд, плюс 1 300 000 на банковском счету. Готовимся к Happy Go Lucky. Совсем скоро уже начну записывать. Но от вас также попрошу подписаться на канал и поставить лайк. С вами был Денчик, скоро увидимся.